Сколько весит африканская лягушка-бык? На весах почти килограмм. А черноголовый питон, уместить которого на весы – настоящее искусство. В лондонском зоопарке проходит ежегодное взвешивание всех обитателей. Зрелище открыто для широкой публики. Мы проверяем их состояние и обновляем данные обо всех животных в зоопарке. Вообще мы регулярно их взвешиваем. Некоторых каждый день, некоторых раз в неделю, чтобы удостовериться, что они в идеальном состоянии. Ежегодное взвешивание мы делаем, чтобы убедиться, что все наши записи обновлены. Есть еще еноты или южноафриканский дикобраз. Этот на весы залезает сам, но только за угощение. И его не волнует, что прибор предательски выдаст несколько лишних граммов. С пингвинами же другая проблема. Норовят запрыгнуть на чашу весов все разом. Но каждому животному смотрители всегда найдут свой подход, даже к азиатскому льву. В общей сложности у нас более 19 тысяч животных. Это более 560 различных видов. Чтобы взвесить всех, потребуется много времени, почти целая неделя. Но животных некоторых видов мы не взвешиваем каждого по отдельности. В зоопарке вес и рост – главные статистические данные. Они укажут, когда у зверей начнется линька и кто ждет потомства. Также помогут правильно рассчитать дозу лекарств. Мы лечим животных. У нас есть большая, сильная команда ветеринаров. Они лечат и следят за тем, чтобы все были в хорошей форме и здоровыми. Лондонский зоопарк – старейший научный зоопарк в мире. Он был основан в 1828 году. We've done that pretty much.